Привет, как дела? Неплохо, неплохо. Едем в 8 часов утром в субботу, да? Хорошо. Ну, пока. Здравствуйте. Меня зовут Николай, а это была моя подруга Ольга. Они всегда опаздывают. Живет я в Монреале, и мы на втором курсе в Макгиллском университете. Изучаем русский язык и русскую литературу. Очень трудно. Ольга тоже изучает музыку, и я также изучаю филологию. Едем в Москве. Ты знаешь, я иногда поздно. Да, иногда. Давай! Это очень тяжелый. Что у вас есть? Учебники, книги, тетради. Я занимаюсь каждый день, ты знаешь. Ты отдыхаешь каждый день. Ты играешь музыку каждый день. Ты играешь футбол каждый день. На, никогда ты не занимаешь. А ты? Да, вечером я читаю в русский язык. Большие книги, старые книги. Я также изучаю испанский язык. И я читаю, и я пишу по-немецки. Я люблю заниматься. Всегда. Че, у вас есть единица в немецкий язык. Где ваши книги? Я люблю ваш свитер. Очень красивый. Ура! Мы в Москве. Я холодно. Сколько сейчас времени? Сейчас 5 часов. Okay. 5 часов. Водка? Да. Извините. Где гостиница? Я забыла. Гостиница... Я не понимаю. Ваш русский язык очень плохо. А, потому что я канадец, не русский. Ольга, француженка. Bonjour. В Канаде говорим только английский язык. Знаем чуть-чуть русский язык. Вы... Говорите по-английски? Нет. Ну, очень приятно познакомиться. Штат! Ваши документы, пожалуйста. Делали вечером. Сначала я принимала душ, я одевалась, потом мы ужинали, потом мы слушали музыку, наконец. Я не знаю. Говорит, как вас зовут? Вы меня понимаете? Вы говорите по-русски? Вы говорите по-французски? Вы студенты? Да, студенты. Мы студенты. Что вы изучаете? Что твоя специальность? Вы какой курсе? Какой университет? Пожалуйста, говорит медленно. Я не понимаю. Что вы изучаете? Что твоя специальность? Вы какой курсе? Какой университет? Моя специальность русская литература.
я на втором курсе в университете Магил. Как интересно. Моя мама учился в Магилском университете. И мой брат. Они любили Магилском университет? Я милиция. Я люблю Русия и Прокоп. Где вы шли? Вечером. В нашей гостинице. Какая гостиница? Я не знаю, большая гостиница. Вы не знаете, какая гостиница? Раньше я знала, но теперь я знаю. Почему вы в России? Где ваши документы? Где ваши паспорта и визы? Vichimadan? Vichimadan S. Sini Bluzka. Novoy Computer. Bielaya Lampa. Malinki Gitara. Rusaya Vodka. Noni Visa. Gdzie Visa, Olga? Gdzie? Ja nie znaju! Da, gdzie? Kto ty? Меня зовут Ольга Константинович Смирнова. Я студент и я канадка. Я изучаю музыку, я играю на пианино. Я живу в квартире в Монреал. Раньше я жила в Торонто с моя мама француженка и мой папа. Он не говорил по-французски. Я обычно завтракаю в 8 часов и у меня есть черник толстой. Я всегда поздно, и я редко рано. Пожалуйста, стоп! У меня есть один вопрос. Yes. Что? Что? Вы любите Прокофьев? Я люблю Прокофьев. Я тоже! Что? Правда? Мы теперь друзья. Just leave it on. Play something.